Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 25 сентября 2022 года, воскресенье. Рыбалка Симбухо. Приветствуем вас всех. Территория VIP-водоема. И есть у нас поклевочка, поимочка на дамбе. Сейчас узнаем у рыбака на что. Дамба у нас вчера вечером, второй половине дня, хорошо разработалась. Добрый день, доброе утро. Аккуратно, чтобы не убежала, а то вчера мы ныряли здесь, мы на этом месте. Так. Актив. Что у нас из приманки? Не подскажете? Магот. Расцветочка? Белый магот. Все по классике работает. Первая поимочка или есть еще? Первая. Ну дай бог не последняя. Угу. Посмотрим дальше. Друзья, у нас только что произошла поимочка. Светлана, вы у нас? А, Виктор, да? Виктор поймал. Доброе утро. На что взяла, подскажите? Паста. На пасту, да? Да. Какая паста у нас работала? Рыжая. На вкус? Сыр. Рыжий, оранжевый имеете в виду, наверное, да? Сыр оранжевый. А что по глубине, с какого горизонта взяла? Где-то 50. От поверхности или да, от поверхности? Да. Все, понял. Спасибо большое. Пожалуйста.